Всем привет! Хочу рассказать, как получить 5 онлайн-призов по лицензиям. Горячий новичок, уже не новичок, точно не новичок, я профи и не учу ученого. Для этого заходите в онлайн-чемпионаты. Расписание. Добавить новый этап. Самая короткая трасса Кноухилл Триовал. Ставите один круг, сохраняете. И так добавляете 24 этапа. Потом добавляете класс машины, любой. Добавляете себя, пилота. Также любую машину. И самое главное, в настройках реализма, правила и регламент, гоночная лицензия должна быть включена. Если она будет включена, заезды не засчитаются. Сохраняете. Нажимаете на чемпионат, войти в лобби. Нажимаете старт. Итак, до победного пока не получится призы. Для получения всех призов надо примерно 300-350 раз проехать. Всем, кому помог, всем спасибо, всем пока.